Здравствуйте, дамы и господа, это Boneworks и мод под названием «Паранойя». Но на этот раз я подготовлюсь гораздо сильнее, пока не стемнело. Пока туман не поглотил эту территорию, у нас есть немного времени. Прожектор, честно говоря, я не уверен, что работает. А, нет, работает. Да, и прекрасно освещает территорию. Светит ярко, хоть это и незаметно, так что этот прожектор нам поможет, когда совсем стемнеет. А уже постепенно мрак начинает нападать. И в скором времени придут демоны. Демоны и духи этого мира. Но теперь всех наших ребят мы не бросим в беде. Просто какой-то концертный зал организовывается. Мы их свяжем между собой, чтобы никого не утащили. Так, я уже начинаю почему-то подпрыгивать. Возможно, я чувствую, как духи проникают сквозь мое тело. Так, Welder. Это обязательный инструмент. И мы их свяжем между собой обычной нитью, наверное. Или эластичной, наверное, обычной. Теперь никто из них в одиночку не будет поглощен. Если их и поглотят демоны и утащат духи, то сразу всех. А там уже совместными усилиями они смогут противостоять любой напасти. Так, ради любопытства я предлагаю некоторых привязать к земле. И, возможно, демоны их точно не сумеют утащить. Парочку аниматроников заспавним. Каких-нибудь рандомных. И затем мы их приварим к земле. Одного привяжу веревкой, другого приварю, а третьего эластичной нитью привяжу к земле. И теперь они как на поводке, как ваши домашние питомцы. Ну все, теперь уж точно они все в безопасности. Территория охраняемая, можно сказать. Мы все здесь, никто не исчезает. Постепенно все темнее и темнее. Но нет причин бояться. Теперь, когда я рядом, кажется, чечетку отбить решил крокодил. Бояться совершенно нечего. Я направлю на них прожектор. Ну, по крайней мере, попытаюсь, к сожалению. Стойка у него не самая лучшая. Но дальность, судя по всему, действия на этих прожекторов не такая серьезная. Куда-то вдаль они не светят. Так, подождите. Один исчез. Но он был приварен. Приклеен к земле. Неужели демоны обхитрили меня? Неужели духи утащили все-таки одного из них? Так, ладно, я предлагаю заспавнить еще в дополнение ко всему. Я, во-первых, буду вот так стоять, чтобы заметить исчезновение одного из них. А во-вторых, я заспавню. Я не спавнил его, но ладно. Это компенсирует потерю предыдущего аниматроника. Чтобы наверняка. Теперь-то он никуда не денется. Буду стоять вот здесь. Территория прекрасно освещена. Я на самом деле хотел заспавнить... Так, прекрати выпрыгивать из моего аппарата. Я на самом деле хотел заспавнить наковальню, которая будет удерживать аниматроников своей тяжестью. Но не помню, в каком она разделе. Руки начинают трястись, но я не сдаюсь. Вот она, наковальня. Пока, кстати, из них никто не пропал. Ой, извини. Ничего страшного, до свадьбы заживет. Так, еще одна наковальня. На самом деле, ему там удобно теперь, наверное, сидеть. Прекрасно. Теперь осталось их в дополнение ко всему еще и привязать к этой наковальне. И тогда уж точно кто-то визжал. И тогда уж точно они никуда не улетят. Еще одна наковальня заспавнилась передо мной. Теперь они будут привязаны к тяжелым объектам. Держите! Так, нормально, нормально, удерживаем, удерживаем. Еще одна ниточка, он просто исчез. Да, она не, к сожалению, растворяет их в пространстве. Но я обманул систему, я смог на какое-то время его удержать, и он не улетел от нас, он погиб, был уничтожен рядом с нами, с любимыми людьми, которые его поддерживают. Да, и нить тоже исчезла. Так, ладно, вы, ребята, держитесь. Привязываю всех к наковальне.
Но демон все равно их утаскивает. Я буду вас держать еще в дополнение. К сожалению, еще один растворился, и нас все меньше и меньше. Как бы я ни старался замедлить все это дело и их остановить, пока пользы от моей системы никакой. Я пытаюсь их всех привязать, связать воедино. Начинает мерцать свет вдали. Тележка начинает какие-то насильственные действия производить с Мишкой. Но пока мы устойчиво. Находимся здесь, в безопасной зоне. Это как будто паутина, мной плетенная. Так, снова какие-то шорохи, звуки. Я понял. Этого следовало ожидать. Не просто так он покосился и свалился. Был сбит с ног и с толку. Схватил. Все, это никуда не уйдет. Рассыпался прямо у меня в руках. Какой-то приступ был у Фокси. Им просто свернули шею, оторвали голову. Это прожектор, по-моему, улетел. И наковальня начинает оживать. Да, это был действительно прожектор. Укол напоследок сделать. Не знаю, может быть, это как-то поможет. По всей видимости, нет. Вставай, друг. Просыпайся. Оставь страх позади. Ты должен преодолеть это препятствие, как и любое другое на своем пути. Он действительно встал. Он смотрит куда-то вдаль. И теперь больше не повторяет мои движения. Проснись. Очнись. Ах, уже бесполезно. Придется вколоть ему это вещество. О, он действительно очухался на какое-то время, а потом просто растворился. А нет, смотрите, он здесь по-прежнему остался. Осталось его привязать. Будем держать его на привязи. Каждый его элемент, каждая частичка его тела присобачим. А, наковальня опять вырвалась. И он просто исчез. Это не помогает. Призраки деспавнят моих аниматроников и других персонажей. А против этого я ничего сделать не могу. Все темнее и темнее, два аниматроника осталось. Пора признать, что призраки вновь победили. Так что я попробую найти хоть кого-нибудь. По идее, можно обнаружить. Некоторые не исчезают, а некоторые... Некоторых утаскивают что-то, утаскивают нечто. На самом деле прожектор не так хорошо светит, как хотелось бы. Хотя, с другой стороны, если мы близко подходим к стене, то, в принципе, территория полностью освещенная становится. Но надо взять 5 прожекторов, нацепить на себя. И только тогда можно нормально путешествовать здесь. Не знаю, что там происходит. Какие-то посторонние в очередной раз звуки. Но, похоже, еще один аниматроник был растворен. На этот раз я никого не вижу. В прошлый раз те, кого утаскивал призрак, они... Некоторые, по крайней мере, из них оставались. Некоторые даже приходили в сознание. Да, я прочесал практически всю территорию, и здесь ничего. И самое главное, никого нет. Ни из моих друзей. Абсолютная пустота и тишина. Хотя вон там, по-моему, что-то проскочило, или это очередная галлюцинация. Такое ощущение, что там что-то было. Но, видимо, показалось. Да, я прочесал весь квадрат, весь периметр. И ничего абсолютно не нашел. Остался один аниматроник. И, к сожалению, живым он не выглядит. Приунывший какой-то. Его аж перекосило. Но я так и знал, что он решил исчезнуть на моих глазах. Все, больше никого не осталось. О, спасибо, призрак. Я, если что, ничего не нажимал. Пора убираться отсюда. Я сдаюсь. Призрак не сможет меня остановить, если я буду использовать транспорт.
Похоже, призрак продумал все. И он, черт, он еще один корабль заспавнил над моей башкой. Решил меня таким образом добить. И у него пока это получается. Я пытаюсь пролезть, вроде как удалось это сделать. Ну, я сомневаюсь, что на верхнем я смогу взлететь, но почему бы не попробовать? Можно зацепиться или же за лестницу. Так, отлично, я залез. Так, ну я уже парю. Я взлетаю. Резко надо сманеврировать. Ладно, полет все-таки был не очень удачным. Я куда-то в темень залетел, ничего не вижу. И он снова сломался. Как раз я доехал туда, куда мне и нужно. К приемнику, который должен исчезнуть в моих руках. Но на этот раз этого не происходит. Тогда возьму с собой. Продам приемник. Ну вот будет сюрприз покупателю. Когда этот приемник исчезнет. Наковальня, кстати, до сих пор в этом ящике, что удивительно. На этом мы закончим. Спасибо за просмотр. До новых встреч.